Начать. Есть контакт. Так, ну все, теперь мы серьезные, все шутки остались у нас вне записи. Вы знаете, на самом деле я очень рада, что в Орифлейм у нас настолько сильные, крепкие, дружеские, топовые связи. Даже вот мы не структуры друг друга, да, мы параллельные структуры. Более того, вы знаете, что топ-лидеры Ирины Басюк, они пришли раньше Полежаевых даже в Орифлейм. Они начинали бизнес Орифлейм Россия, друзья. И вы знаете, по секрету вам скажу, что я с ними тоже договорилась на эфир, так что ждите выходных, выходные будут просто огненные. Как я счастлива, как я рада, что мы здесь реально вот все друг другу друзья, помощь, поддержка на подхвате. Ириш, ты сильно в этой, давай, можешь у меня провести? Да, Маргарита, а вот ты могла бы вот на эту тему у меня провести? Да, конечно же. Вот, и я очень рада тому, что у нас такой сильный, красивый и дружный, сплоченный такой топовый состав. Ну что же, а сегодня я пригласила к вам Ирину Басюк, которая сейчас расскажет свою историю, вы просто влюбитесь в нее как в человека. И знаете, я очень люблю, когда в Орифлейм приходят уже успешные люди. Что же они находят для себя в Орифлейм такого? Они строят команды, и Ирина сильна именно в продукции, в продуктовой части. А ей есть чем сравнить. Она пользовалась, она знает все мировые лучшие брендовые дорогущие косметики мира. Почему же столько лет она в Орифлейм? Ириш, ты сколько в Орифлейм уже? 22 года, мам, по-моему. 22 года, Иришка! Вообще, да. Сколько тебе сейчас лет? Один раз. Как? Никогда не думала, не уходила, не приходила, не говорила, что у меня нет спонсоров, там никогда не искала виновных. Я просто вот одна. Или спонсоры работают со мной не так. Я не была ни в какой другой сетевой компании вообще ни разу. Обалдеть, 22 года. Я предана. Да, и сколько там лет? 20, надо посчитать, 6, что ли, в браке. Ни разу один единственный. Поэтому, если иду, то это я выбор осознанный. Иришка, я же помню, слушай, а давай, может быть, как-нибудь, если у тебя будет время, проведем эфир по wellness. Ты же вообще одна из тех историй, которая не могла долго родить, насколько я помню. И когда ты wellness... Да, уже приготовила тоже это сказать. Но я думала, у тебя сегодня так. Тут все у меня есть. Нет, я об этом не думала, потому что прям вот столько всего. Потому что у нас будет, я приготовила и историю, и продуктовую часть, есть и завальная косметика, и бизнесовая. То есть мы потом пройдемся по закрытию каталога, подведению итогов, потому что я финансист. Как же без цифр? Как же без цифр? Друзья, финансист! Топовая модель, разбирается в продукции. Боже, я не трачу больше твое время. Все, я передаю слово тебе, я отключаюсь, запись есть. Все. Спасибо тебе большое. Маргарита, ты мне тоже помогай, если какие-то будут вопросы, потому что я, как и все девушки, я такая, а-ля-ля-ля-ля, полетела туда, а-ля-ля-ля-ля, полетела туда, потому что еще было закрытие каталогов, такое успешное, поэтому столько всего новостей. Итак, там, по порядку, структурируем. Так, я бухгалтер. Первая история. Итак, первая история. Как я пришла в Орифлейм? В Орифлейм я пришла совершенно случайно. Наверное, наверняка у вас был период, когда вам тоже приносили каталоги, и в тот момент, когда я пришла в Орифлейм, у меня не было денег. И я всем говорила, ой, Орифлейм, я не пользуюсь этой косметикой. А на самом деле мне было очень, ну, просто дорого, да, а потом, когда подружка пришла, принесла каталог, она рассказала, что я зарегистрировалась, и я в этот день приняла решение, это было перед Новым годом, но она так и ни разу не сделала ни один заказ, потому что доставка была, нужно было съездить в другой город, разместить заказ, потом забрать его, это частные электрички, в общем, так начался мой путь в Орифлейм. А я не воспринимала очень долго Орифлейм серьезно, это было так, клиентом для себя, потому что до этого я работала, когда я жила еще в Краснодаре, я вышла замуж за военного и переехала в Сибирь. Я работала профессиональной моделью, и я обучалась на визажиста, а потом, когда я переехала в Сибирске, в Сибири жила, я работала военным финансистом по основной специальности, у меня красный диплом финансиста, и как хобби я подрабатывала визажистом и преподавала в филиале
модельного агентства, преподавала дефиле и макияж, уход за лицом для подростков. Ну, и как бы Oriflame, ну, как бы так, опять же, такие вот, ну, потом уже пришел, я такая, о, классно, буду рассказывать на косметике Oriflame, проводить мастер-классы, вот. И, ну, я так думала, я игралась в Oriflame, но после того, как один случай, я случайно познакомилась с своими вышестоящими наставниками, потому что у меня не было спонсоров, через год я узнала, что они у меня есть, мне позвонили, сказали, что мы живем в городе Новосибирске, мы приедем буквально на 1-2 часа, а это около 5 часов ехать на автобусе, и вот мы можем встретиться. Так я с ними познакомилась, и они мне звонили один раз в месяц, и все время приглашали на мероприятия компании, да, но так как я не могла работать, ну, работала финансист, не смогла посетить. Но после того, когда я посетила мероприятие, я поняла масштаб компании, поэтому все мероприятия, которые проходят в Oriflame, пока вы не окунетесь в эту атмосферу, пока вы не посмотрите вокруг, что в принципе, кто достигает успеха? Люди абсолютно разные. И это девчонки молодые, и это и женщины, и мамочки с детками, и совмещается с основной работой, и пенсионеры. Казалось бы, как? Когда выступала на сцене женщина и сказала, что вот, вот я сегодня получила пенсионную книжку, и вот на премии я купила еще одну квартиру. Я такая, я красивая. Я что-то там делала, но помню, я что-то не то делала, и я начала спрашивать, а что реально нужно делать? И не просто у людей, которые вот теоретики, а у опытных, кто чего-то достиг. И так как у меня не было вот такого там прямого наставника, и возможность пообщаться была раз в месяц по телефону, потому что сотовая связь была очень дорогая, я со всеми знакомилась в Барнауле, в Алтайском крае, везде. Везде. Я не знаю, не помню, как я с Маргаритой Полежаевой познакомилась, потому что мне нужно было что-то спросить, узнать. Я покупала все диски, я покупала все книги. И вот когда приходит знание, тогда потом мозг начинает выдавать какие-то классные фишки, идеи. Вот. А так я стала директором в поселке Сибирском, военный городок, 12 тысяч населения. Пункт выдачи я открыла с 6% уровня. Тогда еще заказы привозили заказы, потому что встречать надо было еще полчаса идти там, где на трассе машина проходит. Были какие-то сложности, но все это как-то вот все пролетело. И мой бизнес начался с того, что я работать начала офлайн, да, и построила директор команду. Я научилась очень круто работать таким методом, как каталог в каждый дом. Причем не просто сама, а научила это делать своих партнеров, команду. Вот. И тоже вспомнила историю, которую я сейчас часто рассказываю своим новичкам. И вы знаете, я рекомендую вам обязательно заказывать и работать с каталогами. Да, потому что на самом деле это сейчас, это такое вот прям как голубой океан, потому что, ну, никто не работает с каталогами, мало кто работает. Это означает, что у вас будет очень много клиентов, а мой принцип – это не продажи, это не сбор заказов, а через каталоги находить новых партнеров. То есть у меня всегда задача была организовать товарооборот, организовать как бы бухгалтера-финансиста, не продажами заниматься. Для меня это казалось вот как-то мне не нравилось слово «продажи», поэтому я себе придумала, и до сих пор я вообще никогда в жизни не занимаюсь продажами, и видеоролики я создаю вообще не про продажу. Не-не-не-не, а то, что вот как-то миллионы товарообороты проходят, не-не-не, вот ну как-то ну, само собой, да? И вот один из моментов таких переломных дней, когда я трусиха, и я покупала каталоги, причем несколько раз прям пачками покупала по 10 каталогов, но я 1-2 раздавала, и все. И все, потому что мне было страшно. А тут приходит одна из моих подружек, и в те времена военным платили мало, задерживали зарплаты. И она такая, вот, и вот что-то она мне рассказывала, типа, вот муж козел, все плохо, денег нет на фрукты, ничего денег нет, родители что-то перестали помогать. В общем, очень все плохо. Я не знаю, есть у вас такие подружки, которые также приходят и говорят вам, ну, так вот. Я такая, сейчас покажу, такая, да, сама такая, 5 минут позора, все. Короче, я беру, а мне было 10 каталогов, которые я неоднократно покупала, и я такая, смотри, тебе точно нужны деньги? Смотри, сейчас что покажу. Засекай время,
и я тут же иду, встаю, выдыхаю, и я раздаю каталоги. Я раздала 10 каталогов, это заняло буквально там сколько там, 15 минут, потому что кто-то, ну, это будний день был, очень многие не отвечали, вот, я раздала каталоги, она на следующий день пришла, я говорю, засекай время, и я пошла собирать каталоги. Я помню на тот момент, за один час я ушла еще за то, что, ну, то время, что я принесу, там у меня было там 2-3 заказа, по-моему, и я заработала на тот момент это 300 рублей, ну, как 1000 рублей точно, представляете? И я так беру из своего, из кошелька, отдаю ей 1000 рублей и говорю, тебе нужны деньги? На, возьми. Видишь, как легко? За час ты можешь заработать 1000 рублей. Тебе реально нужны деньги? С малышом, если ты также пойдешь каталоги раздавать с малышом, да кто тебе откажет каталоги забрать, понимаешь? И больше она ко мне в гости не приходила. Вот. Ну, в общем, она поняла, что я не тот человек, она нашла другие уши. Но знаете, благодаря вот этому случаю я еще несколько раз раздавала каталоги в своих подъездах, в своем только подъезде, потому что у меня было 7 клиентов, наверное. Два менеджера и один директор. И один директор, она потом стала моей кумой, потому что, когда она взяла каталог, у нее был настолько большой заказ, она просто отнесла себе на работу в учительскую, и там собрала заказы, что у нее сразу был заказ, наверное, на 200-300 баллов, да, я ее тут же рассказала, зарегистрировала, и потом через некоторое время, через годы преподаватель английского языка Светлана Волкова, она поняла, что 20-летний опыт стажа работы, ей лучше преподавать дома, брать репетиторство, но ей работать комфортно дома, да, и заниматься любимыми вещами. И у нее фишка была продажи. А потом также этому методу мы научили ее сына Владимира Волкова, он в 17 лет учился в институте, и еще и у него был классный доход на продажах, на каталогах. А ее сестра этим методом начала работать. В общем, мы развили этот метод, да, каталог в каждый дом, на весь городок. У нас были закреплены свои участки, да, и тоже вот она стала директором. И вот в основном это было офлайн, да. А как я перешла в онлайн, да, когда я забеременела, я родила, я тут же сразу, точнее, когда я забеременела, а эта история очень такая интересная, важная и связана с продукцией Wellness в том числе. Почему? Потому что 10 лет у нас не было деток. И мы проходили все, и ко, и кси, подсадки, три подсадки у меня было, ничего не получилось. Последняя подсадка, я лежала в реанимации, мне подписала уже бумажку, что последняя подсадка, но она связана с большим риском, что, ну, это где-то 60-70%, что я не выживу. Но это была последняя подсадка, ничего не получилось, и я поняла, что последний свой шанс в жизни, ну, в общем, был использован, вот. Простите, вот. Ну, короче, я вообще не хотела возвращаться к теме, потому что она меня болезненна, вот. Потом пришел wellness, и я общаюсь со своей подружкой Катей Акопян, которая не является, она в параллельной структуре, это дочка топового лидера Валентина Акопян, Oriflame нас сблизил, она мне рассказала про wellness, причем она так рассказала, она рассказала, как был создан продукт, настолько это чистейший продукт, насколько это вот, у меня вообще, понимаете, понятие было такое, что такое БАДы, ну вот вообще что-то, вообще никто не слышал об этом, но вот это доверие, да, я понимала ее, ну вот как она мне рассказала, я начала применять, и через 4 месяца я забеременела естественным путем. Для меня это вообще было шоком, причем потом я узнала, что за 2 месяца у нас, ну, короче, как, потом, когда уже я скрывала об этом, да, потому что это была единственная возможность у меня вообще, я тут же сразу в этот же день вышла в декретный отпуск, я лежала, я боялась вообще перемещаться, я настолько дорожила этой беременностью, вот, и потом начался такой бэби-бум, что разница буквально 2-4 месяца, в 2-4 месяца у нас, да,
Наталья Гришаева, руководитель новосибирского филиала, у нас с ней два разницы, тоже в руководстве там еще, да, тоже как бы забеременела, тоже вот когда уже как бы между младшими и, ну, между детишками там в районе там 10 лет возраст, да, и как бы не получалось тоже. И вот разные-разные, а потом я начала собирать истории. У меня в команде одна из девочек, Аня Грачева, то же самое, она меня нашла, и вот в это вот все. Много-много женщин, которые говорили. И, вы знаете, когда я специально поехала в Швецию, в Эгелёсов, к Стикстену задать вопрос, а изучали вы тот феномен, что почему так, почему вот просто вот женщины, которые не забеременели, у них вот получается, да? И он сказал, что очень просто. Кто-то говорил, там у кого-то был псориаз, там у кого-то еще какие-то заболевания, у кого-то там что-то вот, ну, разные-разные. И он ответил одно. Понимаете как? Здесь все одно едино. И что очень важно, когда мы ночью спим, у нас проходит обновление там 350 миллиардов чего-то. Короче, много всего клеток, всего обновления. Да? Утром мы просыпаемся, кровь чистая, пустая. И что поступает утром? Какие правильные макро-микронутриенты, какие правильные белки? Если белки и макро-микронутриенты недостаточно их, то каждая следующая клеточка рождает себе подобную мутированную. А мутированная клетка рождает себе подобное мутированное. Тогда происходит сбой системы, сбой гормональной системы, сбой репродуктивной системы, и все. То есть в целом ваш организм, он просто сбой. И когда достаточное количество макро-микронутриентов, белков, то ваш организм постепенно восстанавливается. И ваш, и муж, и у меня муж тоже самое также начал принимать. Вот и чудо, оказывается. А все просто, очень просто. Наш коктейль и наши витаминки. Витаминки у меня там лежат, но я думаю, что вы знаете, как они выглядят. Вот и все. А дальше, да, когда произошло такое, что люди начали... когда я лежала на сохранении, когда ребенок начал шевелиться, специально легла, вот, мне гинеколог мой посоветовал. И когда я встретила профессора, который занимался вот этим ЭКО-ИКСИ, он говорит: «Ира, это ты?» Я там в клинике 6 лет постоянный клиент, что мы только не делали, и вот эта вот последняя попытка у меня, это говорит: ты как такое, это вообще как? Я ему рассказала вот то-то, то-то. Он говорит: расскажи, мы посидели, изучили состав, мой гинеколог изучил состав wellness, поэтому на протяжении всей беременности это нельзя делать, потому что написано, что после там, когда там беременна или еще что-то там, в общем, это нельзя. Вот. Но мне мой врач на тот момент, прочитав, какой чистый состав, какие витамины, мне добавили там фолиевую кислоту, еще что-то, какие-то дополнительные. Вот. И, в общем, я пила. Поэтому и во время беременности, и во время кормления грудью, вот как бы я была сама себе экспериментом. Вот. Хотя никогда вы не увидите на витаминах и здесь, и для беременных. Почему? Потому что компания Reflame не может ставить опыты на беременных. Вот. И это, так бы, скажем так, условно, как бы во всем мире. Поэтому давайте, вот, ну, как бы, с законодательной точки зрения, это моя история, и я ее как бы не особо сильно хотела транслировать. Почему? Потому что скажешь: ага, это средство было забеременеть, а я не забеременела. Или еще что-нибудь такое. И это была реклама. Это не реклама, это вот была жизнь. А второе, да, это знаем, но не делаем. Простите, я как бы не успеваю читать комментарии, иначе я собьюсь с мыслью. Дорогая, не отвлекайся на комментарии, но я тебе очень благодарна за то, что ты эту историю рассказала. Эта история просто до слез вообще. А на комментарии ты можешь после эфира, когда завершишь, уже непосредственно точно ответить на какие-то самые-самые. Все, продолжай. Да. Хорошо. А второе, это вот направление, вот настолько я люблю продукцию, да, смотрю просто на продукцию, и вообще, понимаете, вот это любовь к продукту. Благодаря этому я начала строить команды, строить структуру, и мой второй директор, которого я нашла через интернет, точнее, два следующих директора, параллельно у меня открылось одновременно три директорские команды, это Екатерина Ганёвку, с которой познакомились мы через интернет. Она первая начала работать в «Одноклассниках», на тот момент я как раз вот была уже и уже
ну, короче, вся беременность и после беременности, да. И еще одна девочка, это, с которой я одну взяла девочку на сопровождение в Архангельске, и мы с ней каждый день на сопровождении, она в Архангельске офлайн построила структуру. То есть онлайн-сопровождение, это что говорит? Если вы возьмете одного человека, горящего, которому реально нужны деньги, и ее будете, этого мальчика, девочка, сопровождать каждый день, разбирая, получается, не получается, получается, не получается, и генерить вот мозговым штурмом, что еще сделать, у вас вырастет директорская группа. Неважно, онлайн-сопровождение, офлайн-работа. Вот этот вот микс очень важно. Вот, а максимальное мое достижение, я открывала звание исполнительного директора, посетила, наверное, 26-25 стран по миру, потому что я горела этим, и для меня это было очень важно. Все, что меня окружает, это благодаря Oriflame, квартира, в которой я живу, это одна из 4 квартир, которые мы купили. Заработала более 36 или уже 38 миллионов, я запуталась. Но это после того, когда я приняла решение. Вот, это достижение. Продукт. Я просто посмотрю на коробочку, да, и я вот так не знаю, то ли рассказывать про продукцию, то ли рассказывать про достижения. В общем, с Oriflame, если вы серьезно будете, влюбитесь в продукт, будете рассказывать то, что вам нравится, у вас будут по-любому крутые результаты. Посмотрю я вот на вот эти продукты, прознаю, но не делаю, которые будут сейчас в каталоге, вот сейчас по акции. Когда в апреле запустился этот продукт, я такая, ну, в принципе, у меня практически целлюлита нет. Ну, что там, на ножках чуть-чуть, потому что я регулярно на протяжении больше, чем 10 лет, у нас была другая антицеллюлитная серия, все время работала с массажером, раз в неделю делала массаж. Когда-то 2 раза в неделю, и все, ножки у меня прекрасные, это моя визитка. Вот, а тут я случайно наткнулась в интернете на очень крутой курс за неделю. Там 7 дней, каждый день процедура, включает ежедневный массаж. Вот у меня проблема, это после кесарева, это живот, и вот эти вот были складки. То есть я идеальный вес, вот я похудела, все прекрасно. Вот мне даже ни грамма не надо сбросить вес, а вот тут вот это жир, вот, ну, вот после кесарева осталось. Ну, тем более я уже девочка 43. Вот. И я так посидела, подумала, и эта процедура стоила 80 тысяч. 80 тысяч недельный курс. И я такая, так, знаю, но не делаю. Так, почему? У меня есть крутой крем, у нас есть классный продукт. И сколько там надо написано? 2 раза в день наносить этот продукт и 2 раза в день делать массаж. Вот. Ну что? Ой, я начала, ну и плюс понятно, да, куда без спорта, я начала, выбрала, когда меня спрашивают, даже вот сейчас, Ира, какие упражнения для пресса ты выбрала, я взяла упражнение на пресс, 10 минут, хоп, и вот, понимаете, просто все подряд делала, и я поняла, какие упражнения для меня на этот момент близки, потому что сначала это было просто кошмар, это был жесть, да, я понимаю, что там, ну, вот прям вот для новичков, а потом все больше, более сложные комплексы сделала, поэтому я не скину вам видео, там вот все в Ютубе есть, просто делать 10 минут в день, понимаете, и вот визуализация, знаете, сколько лет у меня картинка красивого пресса, красивого животика висит, девочки, ну, висит, да, я хожу в фитнес-клуб, да, но конкретно делали я упор, конкретно точечно, вот смотрите, у нас есть проблема, например, рекрутинг, ну вот бери точечно и бомби 21 в эту цель, у нас есть проблема, хочу научиться что-то делать, вот возьми и 21 делай, и вот у меня пришло осознание, благодаря вот это 80 тысяч, и я так, а почему точечно, фокусно я не бью в эту точку проблемы, визуализация висит, это хорошо, но поэтому 10 минут, все, каждый день я буду делать пресс. Второе, каждый день я буду делать массаж. И вы знаете, я думаю, что у многих из вас есть продукт, и если бы я попросила показать вот этот продукт, который вы купили, ответ, насколько вы им регулярно пользуетесь, и сколько вы тюбиков за то время, как он пришел в апреле, купили, вот и будет ответ, да, почему до сих пор вы не убрали ваш животик. И осознание у меня было такое, что моя подружка, она гинеколог, и она говорила, что каждое утро нужно начинать с разгона лимфы. То есть означает, что утром вы проходите с рук, и вот так вот просто проходите, разгоняете лимфу. Это очень важно, это убрать и отечность, все. А дальше все упражнения, весь массаж мы делаем только направление вверх. Если ножки, то только движение наверх лимфы. И я стала делать все по 100. Я придумала этот комплекс, да, когда вы поворачиваетесь, ложитесь и... На,
на бок и делаете 100 движений, начинается отсюда 100 движений, 100, нет, всего 100 на эту зону, 100 на вот эту зону и 100 на вот эту. Я была в шоке от того, когда я примерно каждые 3-5 дней снимала видео, и здесь очень важно, да, не сколько граммов, а какое, как качество тела меняется, это просто... Я не знаю, почему я не пользовалась так этими продуктами. Я столько лет пыталась убрать эту зону, я столько лет фигачила в фитнес-клубе, я столько лет, и понимаете, а у меня, оказывается, вот это все было рядышком. Понимаем, знаем, но не делаем, поэтому... Да, и, конечно же, да, естественно, это ужин, это питание. Это питание. Ай, да. Это питание. И вы видите, что у нас сейчас со скидкой этот продукт с 50% скидкой. Если вы возьмете один любой продукт, а wellness то еще, и дополнительно он пустой. У меня нету вообще больше коктейлей. Я все коктейли свои выпила. Я пила их 1-2 раза в день. То есть и утром, и могла перед тренировкой, и, конечно же, ужин, да. Вот самое важное – это ужин заменять, когда, я не знаю, у меня открывается второе дыхание вечером, как у всех, но у меня второе дыхание открывается на фрукты. Я могу съесть 2-3-4 персика, я хочу семечки, я хочу мороженое вечером на ужин, вот просто вот вообще. Ну, я думаю, что все мы с вами не идеально, мы каждый боремся с чем-то вот прекрасным, вот. Это что касается вот этой продукции и то, что вот эти процедуры, которые мне предлагали, они очень небезопасны. Там инъекции, которые расщепляют клетки жировые, но, как мне сказала подруга врач, она говорит, они потом вылазят в другом месте, потому что это как-то работает, как-то система говорит, а вот эта процедура вообще, она непонятно, не изучена и вот имеет побочку. И вот она постоянно на семинарах есть, говорит, вот эти вот 2-3, говорит, вообще ни в коем случае не делай даже. Это настолько опасно, да, ну, понятно, массажики, РФ, лифтинг там, которые делают так. Поэтому, еще раз, сейчас в этом каталоге бомбический продукт. Знаем, но не делаем. А, да, вот у меня еще скрайк, да, тоже надо заказать. И тоже я сейчас закажу против растяжек. Вот. А следующая моя визитка – это волосы. И в этом каталоге у нас бомбический продукт. Я думаю, что вы знаете классное масло. Элео также отрастила свои волосы благодаря маслу, потому что очень важно напитывать волосы. Пользуюсь им 1-2 раза в неделю, делаю маску. Вот. Также очень люблю сильно наши краски. И если кто со мной на канале смотрит, наблюдает, то я писала, что как-то мне взбрела такая мысль, сэкономила на Dyson, да? А потом взяла и посчитала, да? То есть с того момента, как выпустили краску, это, наверное, уже прошло больше 10 лет, я ни разу не ходила в парикмахерскую, не красилась, только 2 раза в год подрезаю кончики. И я посчитала, что я сэкономила на Dyson и себе купила этот Dyson, да, себе подарок. Поэтому всегда, когда я открываю коробочку с феном Dyson, я такая, ага, сэкономила на Dyson, ага, сэкономила на Dyson. Поэтому у нас прекраснейшая экономия, и самое главное, это волосы мечты. Так же, как и сегодня, когда я делала укладку, я использовала вот эти 3 продукта перед тем, как я помыла, после помыла волосы, нанесла защитный крем, CC-крем. Дальше, в тот момент, когда я использую не просто фен, а именно делаю укладку, это термозащита, и скоро я сниму подробное видео об этом, прекраснейшие продукты, сыворотка, которую вы сколько бы ни носили, она впитывает, она вообще не жирнит кончики, она вот просто восстанавливает их моментально. Вот, ребята, такие крутые продукты, а какие они крутые по составу, я просто, знаете, вот я это давно в Oriflame, очень давно. И в какой-то момент мои подружки, мои знакомые начали говорить, или просто партнеры. Ну да, ну конечно, ты уже совсем со своим Oriflame, ты вообще не знаешь, что в мире есть, какая косметика, и вот этот люкс, вот эта волшебная баночка. Вы знаете, вот причем это началось в Краснодаре, потому что у нас очень важно показать, что ты в чем ты, какая у тебя сумочка, какой у тебя какая футляр, какой продукт. Да, ну, у нас Краснодар такой, вот такой, на брендах весь. И
на тот момент, спасибо, конечно, сейчас, что все закрыли все границы, поэтому мне все желание пропало с байерами связываться, вот, да, и это где-то 3 года назад было, что у меня такой момент был, когда я захотела изучать все составы, я хотела найти самый красивый оттенок в мире популярной помады, да, самые дорогие тени в мире, самая дорогая тушь в мире, самые крутые крема в мире, и почему они так уникальны, какой же в них состав, вот именно самое лучшее, то есть я не хотела что-то брать такое посредственному с маркетинга, нет, это должно быть самое крутое, самые последние технологии, самое-самое-самое, да, и вот благодаря доходу Oriflame я могла себе позволить вот так вот развлекаться, да, и знаете, для меня это, знаете, как бы даже самая там дорогая косметика, там тени и так далее, это, знаете, это как поход в ресторан. Ты же в вечернем платье не выходишь утром на завтрак, да? Или там, например, там, выносить мусор, грубо говоря, продуктов, да? Также для меня и вот такая косметика, которая самая-самая дорогая, это вот когда вот куда-то мне нужно, на какие-то съемки, на какое-то что-то вот такое вот прям вау-вау, вот. И вы знаете, что сейчас классно, что компания Oriflame, она настолько меняется. И вот то, что было самое крутое, интересное в мире, которое вот сейчас вот идет, сейчас компания все это использует. Но по ценам просто вау. Например, последние помады. Кто пробовал? Вот смотрите, вот эти вот помады, которые сделала компания, я когда поросила, ну, вроде мы знаем флакончик, вроде бы она новая, вроде бы там, ну, что такое. Нет, формула вообще другая. Это просто красивый, стильный дизайн упаковки. И когда я ее только получила, как официальный обозреватель, когда я ее первый раз только нанесла, я такая, так, стоп, что-то знакомое, да более знакомое. Это у меня была красная помада, и как она наносится, как она схватывается, как она вообще фиксируется. И тут же у меня вот эта вот помада, она уже закончилась, это Huda Beauty, когда это там типа самая популярная матовая помада оттенок был. И я понимаю, что она имеет такой же запах, вот первая, да, которая вот 3 года назад она была, вот пошел бум по ним. Она также работает, она также схватывается, даже оттенок очень сильно похож. И я потом посмотрела, производство Италия. А как мы с вами знаем, что сейчас компании делают так, например, в Германии производят круче всех карандаши для губ, да, карандаши для глаз. Есть еще в Чехии завод, сейчас Гуар там, знаете, вы слышали, да, про Гуар, да, про ее карандаши, как сейчас я обсуждаю, что Наталья Шип за 700 рублей, да, Гуар там практически за 2 косаря продает на одном и том же заводе, один и тот же карандаш, один и тот же, ну, как бы продукт, то есть кто, какая компания как поставили, так и продает, да, а производит на одном заводе, да. То есть у нас вот такая упаковка, здесь вот такая упаковка, формула очень близка, потому что все помады по формуле на 95% одинаково. На 95% одинаково, плюс-минус какой-то компонент. Это стоит 3300, это стоит, ну, сами знаете, какая цена, еще и подарки были. Вот, поэтому рекомендую, это самое обалденное. И сейчас... Сейчас, вот опять, следующая премьера, история. Сегодня можно, сказали, сегодня можно. Итак, я вам покажу вот эту коробочку. Я стала амбассадором, международным амбассадором Giordani Gold. Это гораздо круче, чем просто официальные обозреватели. Отбор был настолько сильный, настолько серьезный. И с России и Беларуси было отобрано 20 человек, 20 участников. И нам прислали запрещенный товар. Ну, во-первых, каждого поздравили именное вот такое. Ирина, поздравляю вас, вы стали официальным амбассадором. И тут запрещенный товар. И тут очень много продуктов, которые у нас были в каталогах, и новинки. И новинки, они такие, что просто до мурашек. Это настолько крутые формулы. И прямо сегодня нам разрешили, что можно уже рассказывать о новинке, о новой тональной основе. Это просто вау. Во-первых, посмотрите, как она выглядит, насколько она роскошная. Это просто роскошь. Когда вы прикасаетесь, когда вы берете, когда вы наносите ее, да, и она, смотрите, она не жидкая. И первое впечатление, да, это пришла типа замена, может быть, наша жидкая, где же она у меня? Где? А я же подготовилась. Ну да, конечно, я подготовилась.
Я же хотела вам ее показать. Ну, в общем, наша основа... А, она вот, вот мне упала. А чем мне вот эта вот тональная основа, когда с Джорджо Армани, да, сравнивали, когда ты ее не внесешь, и она сразу дынь-дынь-дынь, и она вот капли капает, и я не успела нанести на руку что-то куда-то, я постоянно капли вот эти вот, ну, роняла, да, ну, скажем так, это было не совсем удобно. Это совершенно другая текстура. Кстати, слоновая кость, оттенок здесь светлее, здесь чуть-чуть потемнее, знаете, вот этот вот тон, поэтому обязательно рекомендую взять пробники. И когда я нанесла вот эту тональную основу, я просто понимаю, что я получаю эффект один в один от тональной основы. Это Backstage. Ее я специально купила только для съемок, фотосессии. И вот прям, ну, вы знаете, когда вот поход куда-то, как говорится, в люкс, потому что она схватывается, она матирует. И вот для источников света, когда сильное освещение, чтобы кожа не матировалась, да, она стоит сейчас, ее сейчас в продаже нет, она стоит 4000 рублей. 3950. Я даже сравнивала один из ней, я наносила на одну сторону себе вот эту сторону, вот так вот, да, на одну сторону Джордани. Эффект очень похожий, очень. Это не копия, ни в коем случае. Девочки, давайте будем сразу, да, честны. Это не копия, но это очень похожая версия. То есть по эффекту вы бы не отличили, если бы я сказала, а угадайте, где у меня. И при тушевке как это проходит. То есть мы получаем за очень приемлемую цену, мы получаем вот качество больше вот к люксу, вот сюда, да. А, вот, и это новый уровень, это новый уровень. Поэтому обязательно рекомендую вам заказать пробники, не один, разные. И все эти пробники, они вам пригодятся, потому что кожа имеет свойство светлеть зимой, темнеть зимой. И вы всегда можете купить один базовый тон какой-то и добавлять капельки более темнее тональной основы. Кроме этого, рекомендую вам рассказать об этой тональной основе и порекомендовать и подарить пробники каждому вашему клиенту, рассказать, на что она похожа, так же, как и о составе. Девочки, у кого сухая кожа, осенью это будет поголовно. И здесь гиалуроновая кислота. О ней вы рассказали, почему она важна, это увлажнение, это молодость кожи, и есть неоцинамид. А неоцинамид – это для тех, кто, это против анти-эйдж, первое, и второе, у кого прыщи, проблемная кожа. И она не подчеркивает кожу, поры совершенно, она не комедогенна, она легкая. И если где-то у вас пигментация, где-то прыщики, она донаслаивается. То есть именно не наносить, ее нужно наносить очень-очень тонким слоем. И нанесли, она схватилась, вы видите, что вам надо сюда перекрыть, и вот только на эти участочки вы донесли. Посмотрели, если прям еще требуется что-то прям у вас сос, то еще капелька чуть-чуть вот так вот зафиксировали, то есть слой за слоем, и у вас кожа натуральная. Поры дышат, она увлажнена, она ухожена, она защищает лицо от грязи, пыли на улице. Она, вот эта вот барьерная, вот эта вот батарея у нас начинается, то есть вот эта вот гиалуроновая кислота, она остается там. А еще, что очень важно, девочки, очень важно, вот это вот, это иметь минимум два вот этих продукта. Первое, у вас в ванной комнате стоит, когда тоник используете, а второе, это постоянно увлажнять ваше лицо, потому что это молодость кожи, да. Здесь содержится кислота, которая в 4 раза круче, чем гиалуроновая. И я сравнивала по составу с продуктом Барбары Штурм. Там в 36, по-моему, или 32 или 36 тысяч стоит в Европе, у нас ставят 69 тысяч. Я не знаю, но это смешные конские цены, причем из 14 компонентов 7 компонентов схожи. Ну, то есть я смотрю, просто вот мне интересно не то, что найти аналог. Нет, каждая компания уникальна, каждая компания делает свои формулы, особенно какие-то супербренды. Но сейчас все это крутится вокруг каких-то технологий. У нас серия Novage линейка, это 11 биотехнологий. Да? И вот то, как это работает компания, как она вот эти технологии применяет, помимо этого, да, какая крутая упаковка. Вы обратили внимание? Да, вот два продукта. Смотрите.
Вам же видно, что как, насколько сильно похожа упаковка. Только этот продукт стоит сыворотка и скидку где-то 11 тысяч. Это все в состав бьюти-боксов входило, когда я покупала тени себе дорогие, да, какие-то продукты дорогие, люкса, то я 4 раза в год там шли подарочные гудибэги, либо адвент-календари. И вот там входили вот эти вот супер дорогие продукты. Я пробовала и Барбара Штурм, я собрала из пробников тревел-версии всю серию. Она стоила больше 100 тысяч, и я на день рождения в течение неделю пользовался. То есть результат, ну да, может, процентов на 10 стало кожа лучше. Но чтобы я получила какой-то супер, какой-то эффект, который меня покорил, нет, 100 тысяч серия. Вот. Ну да, хороший состав. Ну да, и вот сейчас вот у нас по составу там начались продукты, ну да, хорошие. Безусловно, да, но это не то, понимаете? И вот здесь тоже сравнивала эскицу, сыворотку. У нас сыворотка тоже где-то по составу процентов 60, по-моему, схожа. Одна из сывороток у нас. Только здесь еще содержатся частички золота. Ну, золото здесь, поэтому где-то они внизу списка, поэтому дорогая сыворотка, поэтому 10 косарей. Вот. И так же, как одна из сывороток тоже на канале своем, я подробно ее состав брал. То есть, вот, например, это Сандер Райли, то есть тоже вот это как тревел-версия, то есть здесь упаковка на самом деле здесь 15 миллилитров. Ну, выглядит как солидно, а здесь 15, да? Значит, в районе 20 стоит. Вот, и так далее. Так же, как и вы видели, какие у нас крутейшие массажеры. Вот такой вот массажер. Я его впервые увидела на Cult Beauty. Тоже какой-то брендовый. И как у нас Duology. Такой же, прям вот такой. Также и в золотом яблоке, но он раза в 5-6 стоит дороже. Что мы смотрим? У нас, если вам что-то говорят, вот там какие-то там, не знаю, там крутейшие... Компания, на самом деле, одна из самых передовых компаний – это Medicaid сейчас. И сейчас пошло время за инди-брендами. То есть каждая компания какая-то, там у нее там буквально портфолио 10 наименований продуктов, и они вот просто выстреливают. Medicaid – одна из таких суперпередовых компаний. И по составу, тоже это, кстати, в подарок было, тоже одна из сывороток, тоже прям очень сильно похожа, больше, чем 60-70% по составу. То есть компания сейчас смотрит, ага, Medicaid, вот эта суперсыворотка, чем здесь она уникальна? Здесь вот такие-такие-такие технологии, да, и в компании делают вот это, и плюс еще дополняют вот этим, вот этим, вот этим. Вот понимаете, сейчас такой уровень в компании Reflame пошел, разберитесь в продукции. Прочувствуйте, и самое главное, пользоваться. То есть у вас то, что вот это вы какую-то себе купили баночку, вы оценили вот эту баночку? Вы оценили, какая офигенная сыворотка? Как она быстро восстанавливает кожу? Как она наполняет носогубочки? Как она разглаживает морщинки? Вы оценили? Вот знать и применять – это разное. Да? И то, как у вас правильное очищение. Да? Если вы неправильно очистили кожу, если у вас не будет двухэтапного очищения, особенно после тональной основы, да, вы можете не получить вот тут результат, потому что у вас поры будут закрыты. Да? А для этого у нас есть спонж коньяку, пожалуйста, компания еще дала там еще очистить. Еще у нас пеночки есть. За нас все компания продумала. Поэтому в рамках нашей компании столько суперпродуктов, столько технологий, столько всего вау. Столько всего вау. А что будет дальше? Я прям скоро жду. Сейчас... поступят и новиночки. А потом мы еще, кстати, сегодня мы уже с вами можем заказать новую матовую помаду Giordani Bold в суперфутляре уже сегодня по предзаказу, кто сделал 100 баллов. Ну, понимаете, всем рекомендую заказать пробники. И вот, вот то, что делает компания. А сколько там акций у нас в компании сейчас? Сколько акций? Бесплатная доставка за 3500 рублей заказ. Хотите? Держите. 50% скидка. Плюс 50% используется скидку на любой продукт. Например, Giordani, пожалуйста, стоит она сейчас там... Вот, космос, да? А я ее хочу заказать с 50% скидкой. Ну, там я еще один хочу продукт, конечно, заказать. Это wellness, да. То есть его используют. Там 4 продукта, которые вы можете заказать. Также наборы. В общем, используйте продукцию, да, я еще смотрю, у меня, если вы покупаете набор на ВЭДЖ, то получаете еще вот такой вот массажер а-ля очищающее средство в подарок, да, это тоже аналог Luna Foreo, сейчас она стоит в районе, наверное, 14 тысяч, да, бесплатно получаете в подарок, да,
ощупи, да, по принципу, да, похоже, да, то есть вот это направление компания Reflame берет все самое лучшее и делает по доступным ценам. При этом она делает свое уникальное. Ну, типа, ну, как бы уникальное, чтобы неповторимое, чтобы не сказали, что просто она берет, и так же, как и у компании берут, так же, как и вот сейчас все в мире вот так вот крутится. Кто-то придумал, вас использовал, так же, как и в бизнесе. Кто-то взял, доработал фишку, хоп, дальше докрутил, доприменил. Вот. И, конечно же, вот у нас гордость, да, за то, что коктейли сейчас все знают. Кстати, я недавно общалась с девочкой, мы познакомились. Когда я сказала, в Oriflame есть коктейль, она говорит, что, в Oriflame есть коктейль? Что, правда, что ли, протеиновый коктейль? Я говорю, да, да, одна из первых компаний, которая вообще wellness-категория, wellness-направление. Но об этом никто не знает. А почему люди не знают? А потому что мы сами виноваты, потому что мы не раздаем каталоги. Вот. Это так. Следующий немножечко блок перед тем, как пройтись по бизнесовой части, по тому, как эффективно работать, я скажу, что благодаря Oriflame я каждый год ставлю какие-то еще дополнительно свои мечты, которые реализую. Один из лет, когда я вдруг приняла решение, это было мне в 39 лет, что все, стоп, пора начать заниматься спортом. Я захотела танцевать, никогда-никогда в жизни не танцевала, пошла танцевать на стрип-пластику и стала одной из лучших в группе. Какой-то год, благодаря тому, что у меня возможность есть в любой момент где-то отучаться от работы или работать где-то, да, главный телефон, вместе с дочкой мы стали сниматься в кино. И я полгода обучалась в киношколе и снималась в фильмах, сериалах. Это было интересно. Следующий год был у меня посвящен моделингу. Да? В 41 год я вернулась, в 42 я вернулась на подиум. И я пошла обучаться в самое дорогое обучение Нью-Йоркское модельное агентство. Я стала лучшей на курсе за год. Да, я у них там на сайте есть победитель в 20 фотографии в 20 странах, 75 публикаций. Да, я поигралась, я наигралась, я поняла, что дальше мне стали предлагать очень крутые контракты, но нужно постоянно ездить в Москву на съемки, на все эти недели моды. Ну, я для себя поставила галочку, что да, я молодец, и я узнала, что самое важное, что, понимаете, некрасивых женщин не бывает. И на курсе есть абсолютно разные женщины, разных возрастов. И самое главное, это женщины, которые печатаются в журналах, это женщины без инъекций, без ботокса, без филлеров. Это естественная красота, это естественные морщинки, это естественная седина. Если у вас есть морщины, если у вас есть седина, если у вас есть что-то такое, что показывает, что вы красивая женщина, но ухоженная женщина, понимаете, можно иметь морщинки, но они должны быть ухожены, то есть лицо должно быть ухожено, чтобы видно было, что у вас красивая фигура, да, у вас есть возраст, но при этом у вас фигура подтянутая, да, вот это настоящая красота, и это ценится во всем мире. Из-за того, что у меня нет вот этого всего, и у меня живая, даже вот мне под комментарием пишут, Ира, сделай себе ботокс. Или, ага, да что ты говоришь, ты же вся наколотая. Ну ладно, каждый там воспринимает свое, как бы так, это моя философия, это моя точка зрения, она может поменяться в любой момент, да, может, я пойду на какие-то процедуры, но сейчас такая философия. И благодаря продукции Oriflame я могу круто, классно выглядеть и выступать и на мировом подиуме, и печататься в международных журналах. И благодаря Oriflame, я вот думаю, вот я, ну, скажем так, поигралась во все это, и у меня была еще одна. Каждый год это какая-то цель, которую я развиваю. И прошлый год был посвящен вот этому. Да, что я стала соавтором из одна из 12 книг. Эта книга идет в рекорды Гиннесса, там 12 томов, каждый 12 участников. Это миллионеры, которые что-то сделали в жизни, у них еще практики, еще духовные практики. Вот, я думала, что я никогда в жизни не буду писать. Нет, это не реклама книги, я не буду ее продавать так же, как и, скажем так, нет. Я просто хочу сказать, что если у вас есть какая-то цель, и, понимаете, у каждого из вас есть какой-то офигенный опыт, история. Но у вас есть блог, а я не умею писать. Я не могу написать. А вы просто начните рассказывать свою историю, вспоминать свою жизнь и просто писать. И у вас будет книга, это будет ваша книга. И второй момент, когда мне сказали, а ничего страшного, потому что
давай, как-то мне сказали, перефразировали, что давай не будем отбирать хлеб друг друга, потому что есть редактор, который проверяет то, что ты написала, и редактирует. А твоя задача, писателя, писать свою точку зрения, рассказывать свою историю, рассказывать опыт, практики, что ты преодолела в жизни, потому что у тебя такая охрененная жизнь. Она говорит, я не могу, я могу только отредактировать, и это мой хлеб. Поэтому, когда мне сказал редактор, это нормально, мы стали писать книгу каждый день на связи, то есть я написала, и я хочу подарить пятерым участникам, самым активным участникам, главу своей книги в PDF-формате. Вот, она вот будет, кстати, эта книга весит больше 1,5 килограмма, то есть у меня здесь моя глава, я вам подарю. Вот, вы знаете обо мне побольше, совсем другое, еще другое направление, мои сильные стороны в плане духовного развития, которых я не транслирую, да, потому что это все-таки интим-интим. Вот, хорошо, мы будем с вами играть, и у нас будет разыграно 5 книг. Поэтому я включаю комментарий, у нас будет бизнесовая такая часть, это... Мы подведем с вами итоги каталога. Я сейчас попробую сама открыть чат, в котором проходит трансляция, потому что я болтала очень много. То есть я буду вот так вот рандомно выбирать комментарии, да, и потом просто вот, вот такой человек победитель, вы со мной свяжетесь, и я вам вышлю главу своей книги. Вот, с чего мы начнем с вами? Пункт один, это у нас что должно быть? Возьмите сейчас тетрадочки, то есть я поболтала очень много, теперь начнем о самом важном, да, о том, как нам зарабатывать денежки, на чем нам зарабатывать денежки, потому что как финансист я выключила свою модель, но я отложила баночки, я теперь включаю финансиста. Я тянусь за книжечками. За книжечками знаю, но не делаю. Я люблю так называть. У меня было более 1000 регистраций лично. Девочки, более 1000 регистраций лично. Но очень много людей как приходило, так уходило, потому что я совершала, как и все, очень много ошибок. Знаем, но не делаем. Поэтому вот смотрите. Лайфхак. 4 книги. Как вы думаете, что это? Когда я поняла, что... А где эти 1000 человек, с которыми я раньше общалась, которые я обучила, сопроводила, какие-то знания передала? Но потом я пошла за следующим новичком. Где эти люди? И по поводу списка знакомых, знаем, но не делаем. А это вот фундамент, да, когда мы должны прописывать. То есть сколько мы сделали, с какими людьми познакомились, приобщались, но куда мы записали этих людей? Ведем ли мы кликабельный список имен, где он у нас зафиксирован, что нажал, отправил, какое-то сообщение, ссылку, как мы это систематизируем. Это была моя основная ошибка, потому что я человек, вау, я прыгаю вот так вот, я делаю много, у меня мозг генерит кучу идей, но я всегда так, стоп, остановись, так, давай, сделаем, 1, 2, 3, 4, 5, зафиксируем. Так же, как и почему я не стала работать финансистом, хотя я прошла всю карьеру военного финансиста. Потому что у нас в каждом есть плюсы и минусы. Я офигенно считаю, я крутой аналитик, но я часто путаю цифры местами. И сегодня большое спасибо, вчера вы написали мне, что я поставила не ту дату, потому что это я. Потому что когда я печатаю, я во всех своих постах делаю опечатки, ошибки, у меня пляшут цифры, буквы, а когда ты идешь и поднимаешься на самую высокую руководящую должность финансиста, это нельзя делать. Поэтому я поняла, что я лучше свои знания финансиста буду применять в другом. Мы не идеальны, и я не идеальна, да, и это моя слабая сторона, поэтому опечаток будет много, в постах будет много, поэтому миллионы зарабатывать можно, имея какие-то очень сильные недостатки, которые некоторые будут говорить, пипец, какая она неграмотная. Так, это было отступление. Так вот, 4 книги, это последнее за этот год, 4 книги, 4 года, это рекрутинг. Вот такой вопрос вам, скажите, а сколько регистраций за год у вас было в этом году? Сколько у вас было регистраций, вообще знаете? Вот я могу просто открыть сразу. Я знаю, сколько у меня было регистраций, потому что у меня их было 93, наверное. Нет, неправильно. У меня их было 97. Вот, у меня было 97 регистраций. Вот, и я могу сразу ответить. И вот, например, что я делала? Вот у меня регистрация пошла. Я знакомлюсь с человеком. Я пишу. Какой город, возраст, сколько лет, детишки, основная профессия, в чем цена, насколько знакома с продукцией, какие моменты, что пробовала, что ей нужно, уход за лицом, здоровье, у нее детишки. Вот, просто я общаюсь с человеком, самое крутое, это просто сказать, что
созвониться с этим человеком, а я работаю, в основном у меня регистрация онлайн, и сказать такую фишку. Я без макияжа, я такая страшная, мне некогда, а у меня сейчас вообще аллергия, я бы еще в маске делаю. Ничего, что я без макияжа, давай с тобой чай, кофе попьем, познакомимся, поболтаем и вот как-то так. Вывести на звонок, видеозвонок. Поэтому утром я всегда не накрашена, но чтобы и человеку было комфортно, потому что кто-то меня видит на YouTube всегда красивой, вот, а я только красивая, когда крашусь, когда куда-то мне нужно. Вот, понимаете? И я фиксирую по каждому человечку. После этого... У меня есть еще такая вот табличка по сопровождению, где у меня каждый человечек. У меня также выбывают, кто не размещает заказ. Это тоже есть. Я фиксирую количество баллов. Я фиксирую, какое обучение, какой шаг, в какой день я дала. И когда спросила. И я часто не спрашиваю. Я даю задание, но не спрашиваю. Я пошла со следующим общаться. Если я не контролирую обучение, то я могу терять очень сильно быстро новичков. Я теряю. То есть я так же, как и все, совершаю кучу ошибок. И вот так вот эти вот скачки, вот это вау-вау, туда-сюда, я постоянно сдерживаю. Ну, тут куда так? Иди обратно загляни, что ты должна сделать. Куда ты не сопроводила, что-то не записала, еще одного новичка забыла записать, и забыла, что у тебя не 93, а уже 97 новичков. Вот. А за новичков вам дополнительно компания будет дарить. Ребята, это мой самый крутой подарок, который я получила последний. У меня были ножи, но такие офигенные, как от Tefal. Они стоили около 4,5 и до 7 тысяч их продают 3 ножа в комплекте. Почему я достала нож? Я просто офигела, какой он классный, острый. Кто получил у нас ножи? Напишите плюсики. Так, это был нож. Это нож я себе так не забыть рассказать. Я особо не напрягаюсь, создавая видеоролики то, что я люблю, через то, что я люблю видеоконтент. А за 4 месяца в денежном эквиваленте, и я посчитала вот прям по самому минимуму, по всем акциям, распродажам, это 40 тысяч дополнительно подарки. То есть каждый месяц плюс дополнительно 10 тысяч премии у меня на рекрутинге. Поэтому вот первый блок, вот этот рекрутинг, вот то, что я вам говорю, вот это все вступление, это вот все мы сейчас оцифруем. И как вы понимаете, что самое главное, наше сердце бизнеса, это вот рекрутинг, это самое главное. То есть если вы еще не директор, 70-80% ваших действий должно быть рекрутинг и остальное прочее. Если все наоборот, тогда у вас нет результата. Это статистика. Есть процент эффективности, 20% действий нам рождает 80% результата. И 80% всякого там результата будет у вас 20% действий. Так вот, если у вас не 80% рекрутинга времени, то... В общем, ну вот это один из моментов, почему вы не растете. И вот здесь вот важно, и каждый итоги каталога я провожу. У меня есть две вот такие книги. Одна из них 5 лет, когда я пишу по всем своим целям итоги года. Каждый год я подвожу итог по 15 целям, прописываю. Самый год, лучший год твоей жизни, да, вот он у меня уже, вот это. 5 основных целей года и... Нет, сейчас. Они у меня просто одинаковые. Одна у меня прописанная по вот этим, вот. А вторая у меня вот эта вот, грубо говоря, да? А вторая книжечка – это отчетный период. Отчетный период, когда я раз в неделю подвожу итоги. Иногда не раз в неделю, иногда раз, но по итогу каталога. По итогу каталога я сегодня сяду, и я буду подводить по каждой своей цели, что касается, первое, это бизнесовая цель, это по рекрутингу, это какие-то проекты, это, конечно же, семья, это обучение дочери, это какое-то свое здоровье, какие-то свои цели, например, недавно пробыла 2 километра, отступление здоровья и так далее, да, там книгу дописала, сейчас еще кое-что пишу по всем направлениям. Так вот, сегодня я буду подводить итоги. И один из пунктов важно, это цель. Первое, это рекрутинг. И нужно оценить по 10-бальной шкале. То есть 1-3 часа в день, минимум один новичок в неделю заказом должен быть на 50 баллов. Цель выйти на 5 новичков заказами в каталог. То есть прирост вашим товарооборотом 250 баллов.
То есть, если нет эти 250 баллов, значит, что-то не так. То есть, что-то вы не так делаете, количество, да, качество диалогов. Вот в этом плане нужно пересмотреть, потому что если у вас проблема, у меня не получается рекрутировать, каждый день ставьте обучение и в это время рекрутируйте. Любым способом, методом. У меня в среднем сейчас практически каждый день приходит реклама с YouTube. Я размещаю видеоролики, и мне приходит одна регистрация в каталог. Ой, в каждый день. Все. И этот человек уже заказан. Не просто пустой человек, а именно заказан. Понимаете? Он хочет этот продукт, он хочет этот продукт, он хочет этот продукт. Это мой рекрутинг, это мой любимый метод. Я люблю через продукт заводить, а потом рассказывать, что, ну, понимаешь, продукт продуктом. Экономия офигенная. Я за 10 лет сэкономила однокомнатную квартиру, как финансист посчитала все накладные и подняла. Но 5-10 лет пройдут, а какое количество квартир ты купишь к пенсии? А какая у тебя будет пенсия? А даже если сейчас ты будешь зарабатывать 10-15 тысяч или 5 тысяч рублей и будешь просто гасить ипотеку или откладывать эти деньги на квартиру, на твою будущую пенсию. Ну, помимо этого, там, маникюр, реснички, педикюр, там, поехать в отпуск и так далее. Но давай, давай, час времени ты тоже точно можешь уделять, работая всего лишь даже от 30 минут в день, ты можешь уже сейчас создавать второй источник дохода. А что произойдет в твоей жизни, если вдруг что-то случится, если вдруг произойдет, ну, как бы, ты лишишься, вы, ваша семья лишится основного источника дохода, потому что коронавирус, война, все это происходит. Тут случается что-то, вот у меня дядя недавно ногу проткнул и чуть не ампутировали, он в реанимации лежал уже месяц, в больнице лежит. Всякое случается, вот вообще все всякое случается. Что произойдет, если ваша семья лишается основного источника дохода? Что произойдет? Ну, блин, ну, все произойдет. Какой план Б есть у тебя? Так вот, здесь я через продукт знакомясь с человеком, выводя на видео голосовое, провариваю то, те инсайты, которые когда-то у меня родились. Какое количество квартир ты купишь к пенсии? Какое? У нас уже есть, плюс у нас есть еще родители. Мы это не считаем. Как ты позаботился о пенсии? Ребенку исполнился год, мы ей купили квартиру. Все благодаря мышлению, которое заложила компания Reflame. Поэтому возвращаемся к пункту 1. Это рекрутинг. Вот. И здесь очень важно, да, заводить качественные диалоги. Минимум 10 диалогов. Да, пополнять, это делать кликабельный список имен. Это цель вот сюда ввести 5 знакомств каждый день, потому что если ты будешь не просто спамить, а ту просто берешь любую категорию, например, я люблю тени, я в группе Тами Танука, и там мы обсуждаем только тени, и я всем делаю комплименты, какие классные макияжи, рассказываю то, что у меня я шизанутая по всяким теням, палеткам, Пэт Маград, у меня там ящик теней 1200, наверное, вот, я шизанутая, и вот, и она такая шизанутая, мы обсуждаем эту тему, а чем ты еще занимаешься, я говорю, а вообще я топ-лидер компании Reflame, и вообще, а ты пробовала там, а ты что пробовал, и все, пожалуйста, диалог. Второй. Я тут решила сесть на шпагат. Нет, я планирую сесть на шпагат. Значит, куда я пойду? В шпагаты. Я скажу, тут, блин, я решила, что я хочу сесть на шпагат. И такая красотка. Все, обсуждаем тему шпагаты. Неважно, что мы знакомимся, общаемся. Все, диалог. А на следующий день я предлагаю Reflame, или она подписывается на мою страницу, любую соцсети, а там вот вообще вот как бы так. И она каждый день смотрит, за мной наблюдает, или в WhatsApp мы переходим, диалоги, она потом статусы наблюдает, потому что люди наблюдают, а потом они регистрируются. Но фокус 5 новых людей в день. 5 новых людей в день записали кликабельный список. Это означает, что человек и его ссылка на соцсеть или на WhatsApp. 25 за неделю, за 12 недель это 300 человек. 300 человек, вы пополняете, сделали базу, 300 человек у вас есть, и дальше каждый каталог, у вас должна быть одна фраза, ничего страшного, если раз в месяц я буду тебе рассказывать о самых выгодных предложениях каталога компании Oriflame, ничего страшного. В 99% случаев человек говорит ничего страшного. В 1% они говорят страшно. Я ему говорю, страшно, понимаю, давай тогда один раз в квартал. Ничего страшного, если я тебе раз в квартал буду, но только самые-самые выгодные предложения каталога. А что еще я делаю?
А дальше я пилю видеоконтент, потому что через видеоролики я влюблю в Oriflame, я покажу результат, как я похудела. И теперь у меня все мои знакомые окружения заказали себе массажеры и крема, потому что я показала результат. Понятна стратегия? 5 новых людей знаком в день, 25 неделю, за 12 недель 300 человек. А дальше просто крутим 300 человек в кликабельные списки. Ну, еще плюс находим следующий. Поэтому у вас список знакомых будет постоянно пополняться. Это наша база людей, с которыми мы будем работать много лет, и которые дают вам одну регистрацию в день без спама. Да, сейчас говорят, что без спама, да, воронка продаж. Вот она, воронка. Вот эти люди, список знакомых, кликабельно вы создали. Вы им каждый каталог пишете, и каждый каталог, это дает вам одну регистрацию в день. Все. Ваша задача вот сейчас оценить, сколько у вас было, как вы порекрутировали, как вы поработали, как вы сами знаете, но не делаете. Я сейчас открою комментарий. Так. Кто бы вот мне помогал и вот просто рандомно сказал, что вот... Давайте по оценкам. Вы оцениваете себя по 10-бальной шкале за рекрутинг. Вот только честно. Потому что... И главное, понимаете, каждый каталог подводить итоги, и вообще каждую неделю. Вы же себе там зафиксировали. Да я буду просто... Вот один час в день я буду рекрутировать. Я буду. Неделя прошла. Ну, и оценили себя. И написали, что я сделал, что я не сделал. Я молодец, и что я буду делать лучше? Все, подвели итог. Вот напишите по 10-бальной шкале, вот давайте вот просто, вы пока пишете, я вот ткну пальцем и посмотрю, кто это, и мне этот человек напишет, я там, это была первая книга. Так, три человека всего лишь, троечка, два моя оценка, один честный. Понимаете, здесь самое главное, честно, это точка, с чего вы вот там присели и подпрыгнули, будете рекрутировать. Вот, так, давайте, мы пишем, да, потому что давайте вот первые 10 человек я тыкаю, вот. О, я молодец, весь каталог рекрутинг, 10 диалогов, одна регистрация каждый день. Вот и все, 10 диалогов. Кстати, когда я поставила себе такую цель, 10 качественных диалогов в день, когда я только запускала вот эту систему, вот первый мой директор, да, я не говорила количество, где ты будешь, как ты, вот просто планка была, 10 качественных диалогов в день, одна регистрация давала, стабильно. И это за полгода мне сделало прирост еще 7500. То есть я лично сделала 7500, работая этим методом. Вот. Так, тара-та-та, пальчиком, вот. Кто у нас... Евгения 4, пожалуйста, 4, вот кто написал, Евгения, так, скрин, пожалуйста, запишите, Евгения 4, как мне сделать скрин, чтобы не забыть? Знаете, там были, я видела истории, когда девчонка только пришла, и она посчитала, сколько она зарегистрировала, надо найти, просто комментарии очень быстро идут. Потом я видела, да, Панцелей, тоже, она себе поставила высокую оценку, я знаю, что она реально круто рекрутирует. Может быть, не рандомно, а вот просто первые... Но единственное, что по цифре, я думаю, что могут, ну, знаешь, как уже писать большие цифры, чтобы получить подарок. Я просто думаю, знаешь, что вот сейчас я попробую найти их. Сейчас. Давай, ну, просто давай, мне стоит первый, да, комментарий. Мне заинтересовано, да. Да. Выбираясь из каждой категории, у нас будет одна книга. Вот ты найди, кто, и этот человек со мной свяжется. Вот ты найди, кто это. Вот зафиксировали в конце. Катя Панцелей. Панцелей, напиши, пожалуйста, Ирине Басюк, я координаты дам. Так, а координаты я твои даю, да? Тогда... Да, слушай, либо... Как написать, ну, тебе? В общем, я везде есть, на всех каналах, везде есть мои контакты. Просто Ирина Басюк найдете через... Ну, короче, найдете через своего наставника, найдете, как меня найти. Это легко сейчас в соцсети. Так. Давайте сейчас перейдем к YouTube. Сколько так надо найти, скажи мне. Так, двое у нас уже есть. Еще одну, да, девочку, что мне понравилось, она недавно пришла. Нет, стоп. У нас будет по каждой категории один участник. Один. Ага. Один. Потому что у нас будет серьезная сейчас тема. Вторая цель, под которой мы должны подвести итоги, это личный заказ. В 11 часов, кстати... Я свое правило не соблюдаю. В 11 часов я размещаю заказ на 200 баллов, 250. Ну, ладно. Всегда бывает форс-мажор. Поэтому я попросила сегодня в 10 часов провести прямой эфир, но я не успела. Это 11. В общем, личный заказ, нулевой день каталога. Это первое. 150.
за каталог это 250. Причем это второе направление. Стараться, чтобы 100 баллов был средний балл по команде. Wellness 25%, Knowledge 10%. То есть вот мы фокусируемся на этих показателях, если вы менеджерская команда. А если вы пока только начинаете, ваша задача 150 баллов в нулевой день каталога, за каталог 250. Почему? Потому что если ты делаешь 250 баллов, а это, ну, скажем, 150 – это личное потребление, плюс 5-7, ну, максимум 10 клиентов, и это 250 баллов. Понимаете, 30 человек – это директор, 30! 30, найди 5 человек из своих знакомых, обучи их делать то же самое, 250 баллов, и помоги им найти по их 5 человек. Классика сетевого маркетинга, 5 плюс 25, 30 человек обученных, влюбленных в красоту, в продукт. А там мы смотрим, да, это wellness, навыч качаем через продукт, через созвоны, через любовь, понимаете? 30 человек – это директор. 30! А сколько у нас в структурах человек? А значит, мы просто не научились с ними общаться. Мы не влюбили в продукт. Если у человека нет... А дальше. О себе вопрос. Да? У тебя нет 250 баллов, да? А ты 10 каталогов заказала? Нет. Научись работать со своими визитками. 200 рублей, девочки, 200 рублей – это ваши визитки. И это поток новичков. Помним, если у вас нет 250 баллов, это всего лишь навык, это всего лишь 90 дней. У меня был проект, назывался 5 на 10, когда было 5 каталогов, тогда еще было, и вступали в игру. Цель задач за 10 дней раздать суммарно 50 каталогов. Сейчас это можно сделать за 5 дней, ну, неделю там где-то застряли каталоги. То есть у вас 10 каталогов, вы раздаете всего 5 дней. Либо вы 5 каталогов раздаете 10 дней, суммарно 50. Так вот, девочки, кто начинали, первый каталог они научились делать 150 баллов, на второй каталог это было 250 баллов, на третий, четвертый каталог это было 1000 баллов. 1000 баллов все участники, кто 4 каталога подряд играл в игру 5 на 10, раздавая всего лишь 5 каталогов, ну, грубо говоря, 50 суммарно, 50 людям вы должны показать каталог. 1000 баллов, потому что эти люди, вы уже нашли клиентов. Каждый каталог вы находите 5 новых клиентов. Каждый каталог вы находите 5 новых клиентов. Каждый каталог вы находите 5 новых клиентов. И из этих людей потом заказики, которые хорошие, вы тут же рекрутируете. Если он заказ сделал на 1000 рублей, у него свои каталоги, вы ему порекомендовали заказать каталоги, дали еще своих 3 и сказали, покажи своему окружению. Все, он начал работать. А у него тут девочка заказала здесь заказ на 2-3 тысячи. Мы ее зарегистрировали. Она показала своим людям каталоги. И вот оно, углубление. Понимаете? Фундамент, работа с каталогами. Понимаете? Это круто. Поэтому, но следующий момент. Смотрите, девочки, очень важно. Если у вас есть команда, и если вы умеете, и умеете, то есть умеете делать свои 150-250 баллов, здесь у вас должен прям автоматически быть пунктик. Что минимум один раз в неделю это продуктовое видео, это обязательно распаковка своего заказа на коленях, либо как, просто вы показываете, что вы заказали, и каждый каталог вы говорите, ой, каждую неделю, девочки, попробовала, вообще просто космос, это решило такие-то проблемы, что-то, как-то, что-то, я не знаю, это помада накрасили, это все что угодно, но одно продуктовое маленькое одноминутное видео. Зачем? Записывая. Сколько у нас недель в году? Сколько у нас недель в году? Столько продуктовых роликов у вас должно быть. И у вас копилка. Потом, хоп, тут же вот акция. Например, сейчас выловили, что при заказе набора на Wage у вас вот такая щеточка в подарок. Я тут же тык-тык-тык, а у меня есть качественное видео, сравнение, тут же бац и кинула. А еще какой-нибудь, да, там, помада. Это же так, у меня было это видео. Хоп. Скинул, понимаете, и это сразу повысит. Ну, потом клиентский чат, и вы все берете. Так, в общем, смотрите, сейчас мы себя, вот я сейчас вам набросала много идей. Ваша задача все вот эти идейки, вот просто идеи фиксировать. Да, вы можете что-то не делать. Главное зафиксировать каждую идею, которая вот просто вот шла сейчас потоком, да. Одна из моих миссий, которая мое предназначение, это делать людей богатыми, красивыми. Да? Это мое предназначение, это все мои сновидения были, вот в книге я рассказывала. Так вот, я вам всем сейчас открываю этот канал. Ваша задача просто сейчас записывать вот этот поток идей, потом его делать. Итак, второй участник, Маргарита, пожалуйста, помогай здесь. Вот на втором пункте выбери, пожалуйста, любого человека, кто достоин... Давай лучше в комментарии.
Ириш, давай по комментариям, потому что они очень быстро сменяются, и не успеваю их читать. Пусть люди пишут комментарии, рассказывая о своем опыте, да. Ты знаешь, я тебя хочу просто поблагодарить за это крутейшее задание, потому что сейчас таким образом люди проанализировали сами, почему нет результата и роста, потому что оценили сами себя там на троечку, на четверочку, на пятерочку там и так далее, да. Вот, поэтому это крутое задание. Давай сейчас просто рандомно, как ты и хотела, из комментариев, потому что чтобы я никого не выделяла, не обижала. Тяжело, да? На кого твой счастливый пальчик попадет, тот и счастливчик. Анна Горбачева, не знаю, для меня всегда не менее 250 баллов личный товарооборот, максимальный личный товарооборот 1600 баллов, и есть распечатка на память. Так, Анна Горбачева, пожалуйста, себя, видео короткое, как ты это делаешь. Ты молодец, ты большая, ты крутая. Вот видео, кружочки, потом, когда все это закончится, пожалуйста, вот расскажи, как 1600 баллов. Я в жизни никогда не умела это делать, поэтому ты будущий топ-лидер. Если ты умеешь это сама, передай опыт хотя бы пятерым и посчитай, сколько это будет в баллах. 5 человек научи, передай. 5 человек. Аня Горбачева, пожалуйста, свяжись со мной. Так, третий пункт, по которому мы себя оцениваем, каждый менеджер должен оценивать, это что у нас? Работа с командой, правильно? Команда у нас пошла. Третий пункт, работа с командой. 70% эффективности, говорит нам компания. Ежедневно общаться с 5 партнерами по команде голосовыми, переписка, WhatsApp, выдать, проверить задание, запуск новичка, помочь с ЛТО, акциями, запуск, рекрутинг. Смотрите, если вы только новичок, и у вас, ну, там, маленькая, там, 3, 5, 7 человечек в команде, что ваша задача? Вот ваши, у вас есть уже 5 человек, ваша задача, чтобы они разместили заказ. Если следующий уровень, да, если они уже разместили заказ на 35 баллов, ваша задача, следующий каталог, чтобы у них заказ был, что? Стартовая программа. Значит, ваша задача каждый день общаться, мотивироваться, рассказать. Я тоже боялась раздавать каталоги. А тут такой у меня спрей, такой классный, вообще попробуй. А тут я еще вот там жир себе качаю, давай со мной в проект. Неважно что, ваша задача, чтобы человек получил все подарки по стартовой программе. Это ваша цель. Вы записали себе 5 человек, которых я сопровождаю. Все, 5. Я сопровождаю этот каталог. 1, 2, 3, 4, 5. Каждый день, каждый день. Понятно? Вот прям фокусируемся на этой пятерке. Если человек умеет делать 100 баллов, значит 150, потом 250. И либо если он делает 150 и так далее, значит вы его вводите в рекрутинг. Рекрутинг вы сопровождаете его каждый день, что сделал, получились, не получились диалоги, кто его там послал, почему там сестра ему отказала, сказала, какой ты фигню занимаешься, отрабатываем возражения. Понимаете, о чем? Понимаете, о чем? То есть 5 партнеров ежедневно. Кто это будут? Неважно. 5. Понятно? И ежедневно 1-3 звонка партнеру на утепление, анализ, работы, рекомендации. То есть вы можете в течение дня общаться с 5 голосовыми, любые. Может быть, это не вот эти, а еще там добавляется еще. Но просто фиксируйте себе 5, да? И 1 видеозвонок. Вот 1-3 видеозвонка – это самое крутое. Вот вы такое узнаете, вы такой опыт получите. Просто это такие классные люди к вам в команду идут. Вы даже их не знаете. Вот понимаете, вот когда я стала, вот сделала себе там проект, у меня был 12 недель, да, я сфокусировалась на людях и сделала договоренность, что в течение 12 недель мы с ними раз в неделю созваниваемся на полчаса и подводим итоги, фиксируем там, накидываем всякие идеи, креатив по вот этим 5 пунктам. Каждый день, по каждую неделю мы по вот этим 5 пунктам мы с ними проходимся, да, и по ходу каждого пункта мы проверяем, что улучшить, где-то как-то, тут же креатив, идейки, да, это вот моя 12 недель сопровождения идут. Вот, да, еще раз, 1 звонок в день видео, да, и 5 сопровождений как-то голосовыми, как угодно. Там, ну, понятно, еженедельная рассылка по всей структуре, и вот здесь важно, да, сколько времени в среднем ты тратишь день, каждую неделю, чтобы поднять активность в команде. Какой процент активности у тебя по итогу недели? Потому что если мы хотим сделать 70% активности, поделить на 3, каждая неделька, там, первая неделька 25% активности, вторая неделька должна быть 50, третья, ну, понятно, там, в идеале, да? То есть вы можете следить, отслеживать эти показатели, смотреть и каждый раз подкручивать. Потому что чем больше у вас потом будет команда, тем сложнее вам будет управлять активностью. Ну, просто физически вас не хватит, да, тяжело. Поэтому вот пока маленькая команда, фундамент зарождается, вот охватите каждого. Вот, итак, давайте третий пункт, мы себя оцениваем, и также я перехожу в комментарии, мы пишем опыт. Так, давайте, кто у нас что-то рассказал, записал. Вот, это третий пункт. Команда и сопровождение. Так, я так понимаю, что
Пишут сейчас, пишут девчонки, пока вы пишете чуть-чуть, я вернусь к четвертому пункту, и потом мы подведем, выберем рандомно. А дальше четвертая цель, это, конечно же, командный рекрутинг. Да? Вот нам компания ставит процент рекрутинга 15%. То есть вот нужно построить систему работы такую, чтобы у меня было плюс 2 новых рекрутирующих партнера за каталог. Вот поставить себе цель, как мне нужно достучаться до этого человечка, рассказать историю, почему я пришла к тому, что я была просто там вот так-то, а потом начала рекрутировать, потому что мне денег не хватает, потому что это не хватает, потому что вот то, через сердечко свое, да, сказать, что это очень важно, я тебе помогу, сопровожу, давай вот договоримся, вот каждый день сопровождения будем, я тебя научу рекрутировать. Ты сколько этих подарков получишь вот на кухню, вот этих вот там плюс 10 тысяч только подарками каждый каталог будешь получать, ну, помимо дохода, да? Вот, понятно, достучаться. Цель. Командный рекрутинг 15% плюс 2 рекрутирующих партнера в команде. Помочь каждому, кто делает заказ, пригласить по одному новичку всего лишь в каталог. По одному. Еженедельно с вашей помощью 2 новичка с заказами по 20 баллов. То есть, если у вас есть команда, вот вы взяли пятерку, да? А помочь вот каждому этому человечку по одному, просто сказать, давай с тобой заработаем подарок, давай, я помогу, давай, вот так, там список знакомых имен, там 3500 вариантов, у каждого, да, то есть я вот эти вот себе выписала идейки, да, и прохожусь по ним, да, еженедельно с вашей помощью 2 новичка, любых каких-то 2 новичка, по 50 баллов приглашают, да. Ежекаталожно запускает 2 партнеров на ежедневно. И вот здесь один из моментов, да, каких идей. Ежекаталожно запускать 2 партнеров на ежедневный рекрутинг от 1 часа. Вот, ну просто вы берете себе, да, и, соответственно, вы оцениваете по 10-бальной шкале, сколько времени в следующем каталоге ты тратишь на командный рекрутинг, на командный, да, ну, чтобы глубину были регистрации, сколько новичков за неделю, за каталог по команде, какой прирост баллами новичков у тебя, сколько рекрутирующих партнеров в команде у тебя, как повысить эффективность процента командного рекрутинга на следующей неделе. Эти вопросы я сама задаю себе, и я пишу сочинение на эту тему, да, вот как мне усилить эти? Возвращаясь к комментариям, пункт номер 3. Давайте проверяем, кто круче всего, интереснее всего. Написал. Маргарита, помогай. Слушай, знаешь, я очень часто вижу ее комментарии по всем пунктам. Мне кажется, можно кто? Ответить. Ольга Радуга. Кое еще запоминаешь. Ольга Радуга. Хорошо, да. Так интересно, да. Ольга Радуга, найдем комментарий любой. А еще вот смотри, если у меня сейчас ключевой партнер рекрутирует, у него 8 сопровождений сейчас. Ну, тоже, мне кажется, прям интересно. Угу. Давайте 8 сопровождений. Я не знаю, кто. Пусть Ольга Радуга еще постарается. А Ольге Радуге, кстати, за прошлый год 20 таких чатов. Мне всегда было в судьях сидеть сложно. Я не умею. Ну, не знаю я. А давай их обеих в этой категории выберем, а? Да ладно, давай обеих, то есть 2 в категории. Да мне ничего, мне не жалко. Еще больше человек познакомится со мной. Так, вот смотрите, сейчас мы подвели... А у нас цель командный рекрутинг был. Может быть, и вот эти 2 человечка есть? Кто-то на закомандный, кто-то как-то, потому что на сопровождении кто-то у нас. Потому что вот, девочки, сфокусируемся, вот я постоянно думаю о том, а как мне повысить командный рекрутинг. Потому что то, что ты херачишь, и я, знаете, вот мои ошибки были, 12 директорских команд, которые я построила, 12. Я научилась рекрутировать легко и быстро, с любовью, потому что я обожаю людей, мне это было легко. Но когда я вырастила директорскую команду, вроде вот у тебя... Тут сколько человек, там 300-400 человек, я нарекрутировала, пожалуйста, сопровождай. И что происходит дальше? Ой, а что это я? А я не знаю. А я не знаю, как их сопровождать. А я не знаю, что с ними делать. А я не умею рекрутировать, понимаете? И вот я поняла свою ошибку, 12 директорских команд, да, и вот, и что, исполнительный директор. И они посыпались, эти ветки, потому что там не было... обученных таких людей, или за них выстроенный бизнес. Поэтому я сейчас понимаю, что мне лучше обучить людей рекрутировать и сопровождать, и вот через вот эти планерки, чтобы они сопровождали людей, нежели потом я еще могу построить еще следующие 12 директорских команд, и будет то же самое. Да? Я научилась рекрутировать, я передаю опыт. Я люблю продукт, я передаю опыт.
Сейчас моя задача, вот, ну, я перевожу, обучаю людей, чтобы они также сопровождали своих, и вот и повысился командный рекрутинг, да, и вот именно в глубине, не за счет моего рекрутинга, а за счет того, что обучаю других делать так, вот, да. Так, следующее, мы как раз переходим к пятому пункту, да, это как раз-таки обучение, вот оно наше самое прекрасное, иногда это бывает 80% времени люди рекрутируют, обучаются, потом, фух, день прошел, я устала, а команда не растет. Следующий день, пошла опять, обучаюсь, все, устала, проучилась, а что дальше? Так вот, пятый, это на самом последнем месте должно быть обучение, да? И что это? Чат эфира. Но, смотрите, ваша задача, вот я для себя ввела такое главное правило, после каждого эфира, да, записать три важные мысли и три действия, которые сделаешь в течение 72 часов. Если я смотрю эфир, то я смотрю, например, Эдуард Васильев, Елена Корсун, там, вчера Сергей Гоглоев смотрела, да, мы постоянно обучаемся друг у друга, да, и много инсайтов, всего раз, два, три, четыре, пять, так, стоп, какие самые три главные мысли я взяла с этого эфира? Первое, вот то-то, второе, вот это, третье, потому что, прочитав эти три мысли, у меня распаковка пройдет всего эфира. И три действия, которые я сделала в течение 72 часов. Я поняла, что мне надо докрутить систему до вот это. Или просто подшлифовать, или доделать. Три действия. Потому что когда вы, вот неделя проходит, вы вроде что-то учились, бегали на эфиры, опять результата нет, вы возвращаетесь к своим инсайтам и смотрите, а вы там себе записали, что вот это надо доделать, и вот это надо доделать, а вы понимаете, что вы просто тупо это не делали. И ну и что? И потом ваш мозг, когда вот вы посылаете Вселенную, я хочу разбогатеть, и вам Вселенная тут же говорит инсайт, и так, для этого нужно тебе сделать вот это. Вселенная подсказывает, Боженька подсказывает, не знаю, кто там разум высший. Вы зафиксировали, но вы это не делаете. И потом Вселенная говорит, так какое я тебе буду подсказывать? Так хрена все равно ничего делать не будешь. Будешь как была тупой, так и бедной, так и оставайся. Потому что все равно, ну что я тебе говорю, сколько планерок я тебе провела. Вот прям я тебе все подсказываю. Ты просто не пользуешься этим. Ну не пользуешься. Зачем? Вот иди посмотри Инстаграм, вот развлекись там. Посмотри на других, как люди богато живут. Ну что тебе, все равно ты это делать не будешь. Поэтому важно, понимаете, когда вы обучаетесь, три важные мысли эфира, да, не просто конспект, а вот сейчас много инсайтов, но самое важное, что вы себе взяли и какие действия делать в течение 72 часов. Конечно же, это ежедневное ведение дневника успеха для себя, не для кого-то, не для спонсора, вот для себя. Что я сделал, что я не сделал сегодня, что я сделал вчера, и я молодец. Да? Вот эти фразы, которые я тоже взяла из какого-то эфира, которую девочка говорила, что они вот эти делают, потому что для меня это... Я просто их тут же записала, зафиксировала. Это вот одни из тех инсайтов, которые я взяла. Хотя вот у меня дневник, я себе пишу. И когда я могу... Сейчас облегчился вариант. У меня вот планшет, да. Я люблю записывать. Поставила голосовое вот так вот. И рассказываю историю, какая у меня планерка прошла, какой-то инсайт, почему я плакала, почему меня что-то расстроило, у меня партнер ушел, у меня там еще кто-то что-то обидел, у меня что-то произошло, я это голосовое отправляю, и мне все это фиксируется, печатается. Все, я дневник это веду. А потом раз в неделю я перечитываю все вот это вот, да, и подвожу уже вот сюда, фиксирую свою неделю, понимаете? И учусь на своих ошибках, или делаю какие-то выводы, да, понимаете, обучение это прежде всего анализ. Взял, применил, да, это планерка с наставником, и если вы хотите расти, у вас обязательно должен быть наставник, у вас он есть, вышестоящий человек, лидер есть он, пожалуйста, да, и ваш наставник, он бесплатный, поверьте, и не надо бежать кому-то платить какие-то деньги, потому что он уже сделал этот результат. Он знает, как это делать. Он вас научит вот этим 5 базовым навыкам. Вы просто ему будете рассказывать, и он будет вам накидывать идеи, потому что он через это прошел. Понимаете? Вот. Раз в неделю вот созванивайтесь, да, и пишите своему наставнику. Ну, и еженедельный анализ эффективности, что ты сделал, не сделал, подумал сам для себя, вот. И вот вы себя оцениваете по этому обучению. Сколько времени вы тратите на обучение в день, за неделю? Какой основной один навык нужно изучить и тренировать, например, на следующей неделе, чтобы повысить эффективность и результативность у твой доход? Не все подряд считать, а вот какой конкретно навык нужен, да? Вот. Вот этот важный блок, девочки.
Давайте сейчас смотрим комментарии, кто что писал, и будет еще одна книга. Комментариев много. Вообще, девчонки, молодцы, мальчишки, я смотрю, тоже пишут. Но мне очень понравился комментарий Юлии Орловой, потому что она очень конкретно расписала в цифрах. В бьюти-чате 182 человека, знакомлюсь каждый день с 8 людьми и больше, добавляю в бьюти-чат, научусь, хочу научить моих людей делать так же. Максимально сама делаю больше 1000 баллов. Эфиры веду, мне это нравится. Осталось фиксировать себя на бумаге всегда, система огонь. Но мне кажется, вот такая вот конкретная расшифровка, она прям достойна твоей книги. Все, отлично, отлично. Оля, найди Ирину Басюк, напиши ей тоже. Да, посмотрите. Тут угрозы идут, Ириш. Тут угрозы идут. Если мы не передадим книгу, то нам на топ тысячи подойдут. Ириш, ты будешь на топ тысячу? Да, будешь на топ тысячу? Я телефон сейчас на Альбина, подходи, мучай. Я тебе разрешаю. Так, 8, 9. Так, я сейчас попытаюсь вспомнить свой телефон. Короче, вы найдете меня. Ну что вы найдете? Вы, короче, заходите ко мне на канал. Телеграм, пишите последний комментарий. Ну, короче, вы найдете меня. Вы найдете, скажите, я победительница, и все. Вот. Вот смотрите, да, подвести просто еще раз итоги, сами себя всегда анализируйте, как я своих сопровождаю. Да, цели рекрутинга, оценили себя по 10-бальной шкале, честно, раз, первая оценка. Вторая оценка, это вы, как личный заказ, у вас 250 баллов, и как вы это все коммуницируете по команде. Вот это очень важно, это два, да. Зачем вы повышаете этот средний балл? Третье, это работа с командой, 70% активности, насколько вы круто в этой работаете, коммуникации, какие-то там видеообзоры, что вы делаете, как вот это вот направление, прощупывайте, да, потому что у вас должны постоянно генериться идеи, работа с командой, да, вот, ну, также на сопровождение, кого вы там берете, да, вам выращивать нужно лидеров. Четвертое, это командный рекрутинг, как вы работаете, как вы рекрутируете в глубину, как вы проводите чаты на троих, да, как вы запускаете новых партнеров в рекрутинг, или просто он пригласи подругу друга, да, вот, потому что у меня есть девочка, которая одну ветку мы ей построили, второго человека мы одного, девочка одного выжила, одного, всего лишь одного выжила, одного новичка, и та стала директором, и та стала золотым. Вот, там вообще война произошла, да, девочка, когда пригласила два человека, она, будучи золотым директором, она не знала, она не размещала заказы 8 месяцев, да, но она была золотым директором, да, и потому что вот эта девочка, ее подруга сказала, ни в коем случае ей не говорите, что я директор. Вот, понимаете, там просто вот зависть была очень сильная. Ну и так бывает, всего лишь тебе ветку построили, еще одного новичка пригласили. Но вы думаете, она, зная, что она золотым директором, ей говорили, сколько денег, она этим воспользовалась? Нет, нет, она даже не всегда делала заказы свои 150 баллов. Фух, понимаете? Пригласи подругу друга, может быть, это ваш будущий директор. И пятое, это обучение должно быть осмысленное. Узнали, зафиксировали. Тут же мысли, действия. Узнали тут же. Я люблю по воскресеньям делать уборку с наушниками. В это время я мою с тряпкой, делаю, слушаю эфиры. Тут же мысль, бац, ставлю паузу на эфир, помыла руки, мысль записала. Дальше слушаю, слушаю. Вообще пошло у меня, и вот прям вообще открытие. Тут пошли мысли, инсайды, какие-то проекты придумать. Нафиг эта тряпка, да. Тут же сразу голосовой, тут же вот прям по ходу, по делу делаю. Вот, короче, вот так. Пятое обучение. Теперь ваша задача просуммировать все эти 5 пунктов. Вот, то есть у вас 5 направлений. Вы все это оцениваете, да, суммируете и делите на 5. Вот ваша эффективность. Ну, там, делите на 10, короче. Ну, даже вы должны понимать, вот эту неделю я отработала по эффективности вот так. Каждый час времени у меня столько-то процентов эффективности. Или я так себя оцениваю. Следующую неделю я себе обещаю. Ну, обещать не значит сделать. Ну, в общем, направление вы понимаете. Вот. Все, девочки, вот, Маргарита, все, это вот я хотела выдать информацию, 2 часа практически, вот твоя обратная связь. Как всегда заболталась, я могу еще больше, но надо подводить, да. Уже не надо подводить, уже давай их запускать в работу. И я думаю, что вот сейчас ключевую фразу, которую ты сказала, реально очень важно, да, знание действия. 3 мысли, которые распакуют этот эфир, который ты взяла сегодня для себя.
три мысли, которые, три действия, которые ты сделаешь прямо сегодня, доработав то, что тебе нужно для результата. Потому что если Вселенная тебе будет постоянно намеки давать, а ты ими не пользуешься, да, то, ну, как бы, а где ты результат хочешь получить? Здесь не спонсор виноват, не твоя страна виновата, здесь именно только ты и твои действия. Поэтому спасибо тебе большое за это. И многие очень пишут, что эфир был просто бесконечно с инсайтами, и надо будет пересматривать прямо под карандаш и прямо записывать. И спасибо тебе огромное за наиполезнейший эфир вообще. Любим тебя. Все, не тратим больше время, запускаем в работу. Пока-пока. Пока-пока.